Пьяный бобруйчанин избил собственную мать. По версии правоохранителей, мужчина выпивал. После решил пообщаться с матерью. У женщины на руках удостоверение инвалида. Диалог перерос в словесную перепалку. Дебошир не ограничился бранной речью и пустился с представительницей слабого пола в рукопашную. В милиции выяснили, задержанный нигде не работает. За его плечами несколько административных правонарушений. Стражи порядка возбудили уголовное дело.